Привет, меня зовут Артур, и у нас большие проблемы. Мы все так же находимся в темном, поросшем вот этой гнилью помещении, в котором просто куча чужих, и нам нужно найти тут свою команду. Все-таки у нашего главного героя... Мертвый, нет? Да вашу мать! Да, тут тоже какой-то отстойный дробовичок. Но, по крайней мере, по площадям он работает хорошо. Нам нужно найти в этом... Да, блин, ты еще... Что ж ты не сдохнешь, ты не такая? Надо признать, у нашего персонажа стальные яйца, что он пошел в одиночку... Сюда, спасать свою команду. Просто, блин, натурально. Не зря многие говорят о его сходстве... Внешним, по крайней мере, с Шварценеггером. Что-то во всем этом есть. Твою мать. Твою мать. Так, там лестница, да? Добрый день. Добрый день. Как дела? Как поживаете? Уходим. Сюда попало. Валить, надо валить. О. Надо валить отсюда, надо валить. Да что ж ты не дохнешь, мать твою. Ой. А может нам сюда и надо? Нам хана. Просто хана. Без шансов уже было. Так, блин, как же я попал в это все, а? Так, подзарядим свою штучку-дрючку. И, честно говоря, я не знаю, куда тут идти даже. Похоже, туда, куда я шел, но, блин, там же натурально, очень сложно выжить. Ладно, как бы там ни было, с Богом. А что-то не особо они реагируют на меня, надо отметить. Блин, успевает, а? Я даже не вижу. А! Да, твою мать! Валим. Как тут жить? Так, все, уходим. Уходим к ядрени, фене. А, не перезаряжай в такие моменты. Мама родная, броди меня обратно. Ой, я заблудился. Нет, отсюда пришел. Ой, ну вот ну какого хрена ты этого раньше не мог сделать, а? Короче, у меня тупо кончились патроны. Уф. Скотина живучая, отвяжись от меня. Ой, мне хана. Где второй? Куда мне идти? Куда идти, мать вашу? Может, туда?
Там же вроде было... Нет. Бляха, да что ж такое? Только начал жаловаться на то, что все было очень легко. И вот на тебе. Уф, так, надо будет, как доберусь до той штукенции, надо будет списаться, наверное. Блин, я застрял. Что-то со мной не то было. Да, блин. Малейшая ошибка и сразу все, хана. Так. Сохраняемся. Нафиг, нафиг. Может, не сюда? Да ты же сдохни же ты, ну что ж такое? Ой, да как тут жить, а? Еще идет. Так, давай, тут будет жизни. Вот! Вот теперь вы со мной поговорите, суки. Блин, как я... Я ничего не хочу знать. Ничего не хочу. Просто выпустите меня отсюда. Хитрени фени валим. Валим. Так, сюда? Нет, не сюда. Так, сохраняемся. Хорошо, что дальше-то? А, вот. Уф. Уф. Блин, они из меня инвалиды сделают умственного труда, если уже не сделали. Вам виднее. Напишите в комментах, если уже чувствуете, что у меня крыша едет. Ой, бляха, муха. Как же это все? Поняли, да, как пугать надо? А не как в этом, блин, дебильном Alien vs Predator 2010 года. Тупо напрыгивающими монстрами. Здесь тебя постоянно давят, давят, просто давят. Так, теперь нас будут пугать вот таким вот ожиданием того, что сейчас начнется. Это еще хуже, по-моему. Но со смарт-ганом я, честно говоря, себя чувствую довольно-таки спокойно. Это хорошо. Откуда угодно могут прийти, а? Закрыто. Что такое? Бассейн там что ли? Не текло тупо с крыши дырявой. Harrison, there's a hall off the second floor that should take you to a security station. Get there and you can get the sentry guns back online. That should make things a little easier. Охранные турели, но это, конечно, успокаивает. Эта штука будет нам полезна. На втором этаже, так. Нам, видимо, туда куда-то. Перебраться туда, я так понимаю, будет проблема. Будет проблемой. А нет? Или нам сюда? Закройся, так мне будет спокойнее.
потухли все уже. Вот. Пошел процесс. Давайте. Охранные турели, помогайте мне. А то у меня тут вообще уже что-то полное. А, так, кстати говоря, там у нас ящики какие-то? Другой вопрос, как нам туда попасть, конечно. Как-то так, видимо. Уф, пока затишье, можно почитать. Шафер только руками работает, с мозгами у него напряг. Я не знаю, почему я последовал за ним сюда. Наверное, потому что никто не упоминал об односторонней трансферной политике. У меня больше шансов встретиться с принцем Чармином внутри Хайва, чем закончить с этой долбанной бумажной работой здесь. Я бы на его месте, конечно, больше беспокоился не о бумажной работе. Или не так? Нет. Ну ладно. Подожди, их же вроде как... Да, все-таки можно. О, броня. Жаль, что она мне не нужна. Все равно приятно. Приятен не подарок. Приятно внимание. Сейчас выйду. Так, ну... Я, честно говоря, даже не знаю, куда мне идти. Видимо... О! Откуда вы, мать вашу, деретесь? Где ваши турели? Где ваши турели? Так, все, вы открыли мне дверь. Уф. Блин, сходить, что ли, за броней? Давайте по-быстрому сходим. Как бы на меня не накапало сверху с чужих. Это, блин, прожжет насквозь ведь. Уф, хорошо. Хоть так, хоть поспокойнее стало. Ладно, ладно. Не через такое проходили, правда? И справимся. Все у нас будет хорошо. Мягким знаком. Ладно, нормально. Двери побыстрее закрывались бы, а то обезопасить тылы — это главная народная мудрость. О! Вот я про это и говорю. Только он с потолка, по-моему, спрыгнул, да? Блин, откуда угодно можно ждать. Ну вот как я мог знать, что он сзади будет? Система нормального позиционирования звука тут нету, еще-то не появились они. Просто слышишь звук, но направление его определить не можешь, в наушниках даже. Давай, открывай быстрее, дорогая. Блин, 300 патронов всего осталось. Моя любимая пушка. Тихо. Ну что-то открыло, нет? Молодец. Так, закрой теперь. Я что-то слышу, по-моему, там? Или я уже просто... Мне мерещится всякое. Так, откуда могут прийти? Вот отсюда могут прийти. Отсюда могут прийти. Да откуда угодно могут прийти, короче говоря. Давайте, охрана, врубайтесь.
Так, ты нажалась, нет? Вроде как все заработало, но... А, вот, теперь еще это, блин, какая у них тут все-таки... Ох, красота-то какая. А теперь, я так понимаю, мне нужно переться назад. Это хорошо. А, встретить с белым отрядом в отсеке посадки. Номер 3. Слышу, слышу. А может и тут где-то? Блин, откуда эти звуки все? Нормально так дверь открыли. Ручка же есть. Семён Семёныч. Да, дверь такая явно не откроется. Видимо, все-таки мне надо было наверх идти, зачем я спрыгнул. Но я думал, сверху не откроется, а снизу откроется, где я попал. Так что ладно. Уф, так. А вот сейчас там может быть мяснина, просто страшно. Так, ты точно не открываешься? Даю последний шанс. Нет. Так. Ой-ой-ой. Валим вниз по-быстрому, там у нас турели должны быть. Вон они там где-то. Так, бежим. Надеюсь, они меня стрелять не будут. Ну, а чё вы закрыты-то? Налево. Отлично. Налево мы не пойдем. Ни в коем случае, значит. Так, подождем, пока подзаряется. Ну-ка, направо. Нет, направо тоже нельзя. Только вперед. Отлично. Как же нам туда попасть тогда? А, теперь тебя поломать можно. Хорошо. Полезная планшетка. А, вот только хищник. Открывай нахер. Так, хищник к нам вошел, нет? Ой, там со спины кто-то попер, похоже, опять. Уф, ну да ладно. Выбрались. Несмотря ни на что. Я уже не верил в это, но... Мы таки выбрались. Team 1 reporting. The transmitter is positioned. I have a signal, sir. Very strong and very close. All right, let's move. Вон они наши. Очень близко. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей, возможно, мы такие найдем ее, но сдается мне, что не так все просто будет. Тем не менее, как бы там ни было, мы заканчиваем на этом эту серию. Надеюсь, вам все нравится, потому что мне очень, хотя и очень страшно. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. We'll be right back.